Чирлидинг набирает обороты в Якутии. Столица готовится к первому чемпионату и первенству республики. Он пройдет 24 декабря. В эти дни практические занятия для спортсменов проводит главный тренер сборных команд Чехии и Италии Матей Трилар. Как готовится к соревнованиям сборная команда Северо-Восточного федерального университета, узнавала Саргылана Федорова. Современный чирлидинг – нечто большее, чем просто группа поддержки. Это олимпийский вид спорта, требующий настойчивости и терпения. Чирлидинг сочетает в себе элементы шоу, хореографии, гимнастики и акробатики. Команда Северо-Восточного федерального университета состоит из девушек и юношей, среди которых есть акробаты, борцы, гимнасты. Новая номинация – чир, гимнастанты, пирамиду изучаем. Но это сложный вид спорта, нужно довериться сначала партнерам, уверенность, чтобы подготовленный человек тебя выбросил, а ты не стояла вот так, столбом и так далее. Естественно, и синхронность, частота выполнения очень сильно оценивается. Презентация зрелищного и динамичного вида спорта в республике состоялась летом 2016 года на торжественной церемонии открытия 6-х международных игр «Дети Азии». Сегодня в республике чирлидингом занимаются в Якутске, Горном, Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. Два года назад была образована официально зарегистрирована Федерация чирлидинга в Якутии. А мы осенью этого года провели первый фестиваль в Алдане по чирлидингу. И вот готовимся сейчас в декабре к чемпионату. Это спорт, как вы видите, который объединяет. И это спорт, который позволяет сегодня работать на, прежде всего, социализацию детей и на их физическую подготовку. Спортсмены пока еще новички в чирлидинге. Участие в чемпионате требует от команды довольно серьезную спортивную подготовку. Поэтому чирлидеры раз за разом оттачивают технику упражнений. У якутских чирлидеров большой прогресс за такой короткий период времени. Они сейчас получают профессиональные навыки самых основ. Я вижу, как они вовлечены в этот вид спорта. Когда они поедут на российские соревнования, далее за границу, то познакомятся с прекрасным миром чирлидинга. И думаю, что они могут стать спортсменами высокого уровня. В чирлидинге есть разные дисциплины, то есть есть танцевальные дисциплины, есть чир-джаз, есть чир-данс фристайл, это танцы с помпонами. И, соответственно, мы вот сейчас начали развивать дисциплину чирлидинг. Смешанная группа – это акробатика. В программу чемпионата планируют включить и соревнования по парам чир среди спортсменов с ограниченными возможностями. Чемпионат пройдет среди взрослых, а дети и юниоры будут соревноваться в первенстве. По итогам соревнований спортсменам присвоят спортивные разряды. Будет сформирована сборная команда Якутии, которая представит республику на чемпионате России. Саргылана Федорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.